До студії «Нового дня» сьогодні завітав лауреат премії Миколаївського міського голови 4-го фестивалю короткометражного кіно «Громадський проєктор» Євген Уманов. Вітаємо вас! Здравствуйте, здравствуйте! В першу чергу разом з нашими телеглядачами, з нашим телеканалом хочемо привітати вас з вашою нагородою. Спасибо. І дізнатися детальніше про ваш фільм. Хочемо сказати заздалегідь, що після нашої розмови наші телеглядачі матимуть змогу переглянути вашу конкурсну роботу. Але розкажіть, будь ласка, про її основну ідею та ідею створення. Ну, работа называется «Фрегат Святой Николай». То есть, ну, рассказывает она больше не про сам корабль, а про то, как начиналось кораблестроение в Николаеве, что у нас происходило. И как бы особенность этого фильма то, что я говорю от именно людей, которые его строили, да, то есть те, которые тратили пот и кровь. То есть у нас очень часто, как бы вот начало, то вот там Потемкин основал, все, первый фрегат, а про то, какое там количество людей полегло, сколько там здоровья и какое Які к ним было жертвы. Отношение, да. Про это почему-то всегда умалчивали, мне кажется, это очень важная вещь, которая, ну, она где-то у нас сидит вот и до сих пор. Мы вот не думаем вот о простых людях. Ну, вот я решил, надо делать такой фильм. Одной из родзинок вашего фильма є те, що історичні особистості поміщені у сучасні реалії. Це навіть спілкування в соціальних мережах, це показ сучасного Миколаєва. Чому саме це поєднання ви обрали? Ну, как бы надо же любой работой зрителя сначала увлечь, а потом дать по голове. Ну вот, вот эта часть, чтобы увлекать. То есть должны быть какие-то веселые сценки, да, какие-то шуточки. То есть, ну это завлекает, да. Мне все говорили, что вот, вот чаты, вот они как-то особенно удались. То есть они действительно прикольные. Вот у меня там Фалеева отец озвучивает. Ну ничего, нормально Фалеев такой получился. Не можу оминути увагою і головне гасло вашого фільму. Хотілося б від вас його знову почути, тому що вчора на закритті громадського проєктору просто на ура аплодували всі стоячки. Ну, я как бы эту цитату, да, «любите Николая, больше некому», я ее использую постоянно. То есть в ней как бы есть и призыв, и, в общем-то, такая вот горечь. И, ну, действительно, а шо уж тут? Тут уж уж уж. Скільки проходила підготовка до початку роботи і взагалі робота над фільмом? Ну, задумывал я, в общем, какие-то кадры были еще где-то год назад, еще когда мы там день в Нико делали. То есть я вот, мы когда снимали, да, мы очень много вот бегали вот с прошлым фильмом по городу, и нас периодически какие-то странные личности останавливали, да, типа, что вы делаете? Вот мы там, ну, мы фильм там снимаем какой-то там исторический, и вот сразу там, да, это же империя, это же все. Вот, и я понял, что, ну, вот следующее надо делать вот такой антиимперский фильм, да, про Николаев. И первую сцену мы отсняли в январе месяце, когда был лед. Вот мы ходили в районе 61-го завода, лед под нами трещал, было довольно стрёмно. Вот на какой-то момент он треснул настолько оглушительно, что мы сказали, все, хватит дублей, идем назад, хватит. И когда мы снимали первую сцену, у нас не было дальнейшего сценария. То есть я вот накатал вот первую сцену и решил, что, ну, как бы, я же даже уже ее сделал, у меня уже вариантов не будет, я должен буду доделать этот фильм, да? То есть, ну, в конце концов, я деньги на коптер потратил, вот, поэтому надо же дальше уже снимать. И, ну, была очень долгая работа над сценарием, то есть я там в архиве посидел, там очень, кстати, замечательные люди. Кому там надо информацию, ходите в городские архивы, там все помогут, подскажут. Вот, обратился к большому количеству историков, краеведов нашим, там Парамонову, Любарову, там Пранкевич, этот Павлюк с музея нашего кораблестроения. В общем, куда ни пошел, везде подсказывали, везде помогали. В общем, было здорово и интересно работать. Ну а сама съемка довольно оперативно прошла, то есть там где-то месяц съемки и дальше там полтора месяца монтаж. Зрозуміло, що для кожного автора його робота ідеальна, але все ж таки знаходяться якісь критичні у себе, можна сказати, у душі оцінки до власної роботи. Чи є у вас якась критика, чи все вийшло так, як ви і бажали? Ну, где-то процентов 5 видео я все-таки немножко недоволен, мы его не доделали, там кое-что надо было переснять, уже не было возможности, то есть где-то там немножко слова зажеванные получились, и как бы на всех дублях, то есть или тут расфокус, или слова зажеваны, или еще что в этом роде, а как бы повторить это, ну, уже довольно сложно. Ну, в принципе, ничего. Ну, по крайней мере, если сравнивать, вот, да, всегда же должен быть прогресс. То есть, если сравнивать с прошлой работой, да, там, «День в Нико», ну, она была как такая мозаика, не цельная. Ну, это уже получилось более цельно, поэтому, ну, в общем, больше доволен, да.
Ваша робота була високо оцінена міським головою Олександром Сімкевичем. Спілкуючись до самого закриття фестивалю, це було вже довгоочікувано, тому що всі знали, що ваша робота буде оцінена. Чи очікували ви на цю перемогу? Ну, тут как бы Александру Федоровичу можно пожалеть, потому что у него не было никакого выбора. То есть, ну, міський голова дає свою там премію, і как бы із 28 робіт, да, одна робота, вона ніколаївського автора, ну, то есть там було там 4 ніколаївських режисера, но только одна говорит о Николаеве. Поэтому, ну, тут що ж. Да, тобто ви навіть якусь хитрість зробили, щоб точно те, що нагорода буде ваша? Ні, у мене не було хитрості, я завжди роблю про Николаїв. Я вже багато років знімаю, ну, практично виключно про Николаїв, як я його бачу, як я його чувствую. Поэтому, ну, так совпало, скажімо так. Ось хотілося б тепер ще побалакати про роботи ваших конкурентів, можна сказати, про учасників громадського проєкту 4-го фестивалю. Яка робота сподобалась саме вам і чи згодні ви з результатами членів журі? Ой, я хочу сказать, что я вот думал, вот после прошлого фестиваля, я думал, сейчас я вот сделаю работу там на голову выше прошлой и, в общем, возьму там первое, второе место вот по-любому. То есть у меня как бы уже вся палитра этих премий, да, то есть кроме первого места. Я вот думаю, ну сейчас я возьму. Вот. Пришел, посмотрел, а работы все остальные выросли на 2-3 головы. То есть реально фестиваль стал настолько крутой, что, ну, я понимаю, почему мне не дали там место именно судьи, да, хотя, ну, в общем... Они мне приятности сказали, но там действительно были мощные и классные работы. Там была потрясающая экранизация Чехова. Там было, вот, кстати, да, вот первое место игровых, я бы тоже ему дал первое место, там было про Одессу, оно и снято, и драйвово. Понимаете, это уже не андеграунд, это не когда там 1, 2, 3, 5 человек делают. Там реально профессионалы, там количество там людей, там 30, 40, 50 на эти там 5 минут фильма. Это все очень-очень круто, и... Ну, Николаеву сложно за этим успевать. Чи є у вас вже думки на наступний рік, на наступний фестиваль? Тому що у режисерів завжди дуже багато підбірка, є власних планів. Ну, я не знаю, я не хочу делать какой-то следующий большой такой фильм, который я там полгода буду делать. Мне хочется сделать какой-то цикл передач, обзоров, легких, то есть... Так что, если там есть какие-то историки, краеведы, обращайтесь, гаражное телевидение, посидим на гараже, что-то придумаем, будем дальше делать. И есть вас такое. Хочется еще почути декілька слів, можно сказать, заклику чи побажань для юных режиссеров, які також планують створити своє перше кіно, але, можливо, бояться, можливо, вони ще до цього вважають, що не готові. Поділіться своїм секретом, як стати успішним режисером у Миколаєві та нашій країні. Ну, мені как бы прийом один, я говорю завжди про те, що я знаю. То есть я вот говорю про Николаев, я знаю, вот Николаев, я его очень хорошо чувствую. Поэтому, ну, наверное, надо про это и говорить. А для морала молодых режиссеров, ну, примерка дорогая, качайте ее с торрентов. Дякуємо вам. Такий дійсно радісний, такий, можна сказати, друг нового дня, друг Миколаєва, наш сьогоднішній гість, лауреат премії Миколаївського міського голови 4-го фестивалю короткометражного кіно «Громадський проєктор» Євген Уманов.